Совсем скоро бумажные кораблики поплывут по Москве-реке. В селе Каринское провели памятную акцию, посвященную Дню Победы. Это рубеж нашей Москва-реки, где проходила война. На этой стороне стояли немцы, которые захватили в 41-м. На той стороне стояли наши, и которые не дали пройти немцам через Москва-реку. И мы эту акцию проводим в память о наших героях. Акцию «Кораблик памяти» проводят в округе во второй раз. Бумажный символ в память о погибших героях Великой Отечественной сделали общественники, школьники и местные жители. Поддержали акцию небольшим концертом. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет. По Москве-реке запустили 22 кораблика. Такое число выбрали не случайно. По задумке организаторов, это символизирует связь поколений с 1941 по 2022 годы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».